Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, мои дорогие подписчики и подписчицы, а также гости моего канала. Хочу показать, какие картридеры бывают. А тут здесь я летом проводил розыгрыш, ну, чтобы мне надо набрать было 2000 подписчиков. У меня одна девчонка выиграла экшн-камеру. Вот, я ее отослал, говорю, сделай видео. Она даже не знает, как с ней поступить. То есть уже прошло полгода, и она на нее не снимает. Вот. Спрашивает, зачем я ей камеру выслал, да? Раз она не хочет снимать видео. Может быть, кому-то другому досталось бы. Можно было переиграть бы как-нибудь. Ну, вроде по-честному. Вроде раз это жребий уже упал на нее. Вот. Показал, что можно видео с экшн-камеры на компьютер переводить без этого картридера, просто напрямую. Там есть в комплекте кабель, который подключается непосредственно к экшн-камере. Даже экшн-камеру не надо включать. То есть подключил кабель к экшн-камере, а другой конец кабеля USB воткнул в компьютер там или ноутбук. И все. И включаешь мой компьютер, и там отображается вот это уже видео, которое вы сняли на экшн-камеру. Все, ничего сложного нету. Короче, ни хрена не поняла. Говорит, мне надо еще этот самый. Короче, еще расскажу, что отослал экшн-камеру, пишут, у нас нет возможности купить карту памяти. Ну, блин, карту памяти уже не могут купить. Ну ладно, отослал я эту карту памяти, купил, отослал карту памяти. Вот, там на 16 этот гигабайт, думаю, хватит. Вот, отослал, говорю, сделайте видео, опять ни фрика не делает. То есть и экшн-камеру отослал, и экшн-камеру, то есть и карту памяти отослал, и нифига видео не хочет снимать. Говорит, надо какой-то картридер, блин. Вот показываю, что картридеры какие бывают. Картридеры бывают вот такие. Единственное, что здесь еще надо вот этот вот провод любой подходит. Но какой он бывает, допустим. Ну, он разные они бывают, эти провода. Найду я сейчас такой. А, вот, есть, нашел. Вот, вот такие провода есть такие. Они, правда, с этим... Здесь стоит ферритовые... Кольцо такое, это как бы от помех служит. То есть просто подключается, ну, любым вот сюда включаю, так вставляете, сюда вставляете карту памяти, здесь видите, сколько разных отсеков на разные карты памяти. На большую, на самую маленькую, на среднюю, на разные карты памяти. То есть это универсальный картридер, как вот. А этот конец вставляем в компьютер или ноутбук. Сунули и все. И включаете, где мой компьютер. Но в компьютере, и там будет отображаться это видео, сколько видео загружено на эту карту памяти, и потом это видео себе на, ну, или сразу можно грузить на YouTube прям с этого картриджа, и все. То есть, вот также вот это мой самый первый был, этот самый, вот самый первый, то есть ему уже лет, наверное, больше 10 лет, наверное. Лет 15, наверное, я им покупал там назад все. Он еще рабочий. Потом я еще другой купил, вот этот вот, потому что он там, у него иногда контакты не совпадают чуть-чуть. Это, ну, плохо контакт, и картридер не видит. Вот. Ну, сейчас это с некоторыми регистраторами даются в комплекте уже эти картридеры. Только единственное, что этот картридер на вот эту маленькую карту, вот на такую малюсенькую. Так, где бы найти, показать, на какую карту малюсенькую. То есть вот карта обычная CD-карта, а вот эту малюсенькую, вот эту малюсенькую вставляем вот сюда, вот здесь вот точечка, вот на картридере есть точка, где правильно вставлять. Вот, и мы сюда вставляем вот эту вот до упора вот так вставили, и все, этот вставляем непосредственно в ноутбук или компьютер, и там можно с этой карты памяти все видео скачивать на YouTube прям сразу, непосредственно. Вот. Это вот такие дается. Вот такой зелененького цвета.
Бывают вот такие черненького цвета, тоже вот такой, с одним, только под микро вот эти карты. Если вот этот вот большая, она там универсальная, здесь уже можно и большую, допустим, сунуть сюда, вот, допустим, сунули вот, где-то она, по-моему, не сюда, вот. Не сюда тоже, куда она, вот сюда, вот это вот сюда, а микро вот сюда вставляется, вот, то есть вот, универсальная, то есть, да. А это вот такие обычные мелкие эти, которые даются с регистраторами, с разными, даже недорогими регистраторами. Здесь вот, вот этот вот, от этого, от Lexant. Здесь даже вот нарисована она, по-моему, вот. Вот, маркировка здесь, не знаю, видно или нет. Вот. Также есть другие картридеры. Вот этот картридер с функцией OTG, то есть OTG, то есть можно сразу уже переносить данные со смартфона, то есть здесь вот разъем под смартфон есть такой, правда не, ну такой вот этот смартфон, обычно от смартфона, вот с функцией OTG, то есть сразу из смартфона можно переносить в компьютер все данные. Вот. То есть не вставляя карту памяти, не вставляя сюда в картридер с функцией OTG, просто вставляем смартфон в гнездо и в компьютер, и все. То есть здесь он получается как бы переходник, этот картридер с функцией OTG. На нем, по-моему, даже написано где-то. Ну, подсветить надо. Фонарик какой-то взять надо. Так, сейчас посмотрю, здесь написано так это. Куда-то делают. Ну ладно, сейчас. Ну, в общем, будете знать, вот такой, значит, функция ТГ. Потому что здесь вот есть вот этот разъем, как раз он вставляется непосредственно в сам смартфон. И на нем здесь написано ОТГ. То есть он и картридер, вот здесь он на большую карту памяти, то есть вот есть вот разъем, то есть вставляете непосредственно вот сюда на большую, и также вставляется на маленькую, то есть два вида карт, обычная и маленькая, то есть вот сюда вставляется вверх, вот вставили, все, и естественно в этот самый в порт компьютера или ноутбука вставили, и все, переносится с этой карты памяти на непосредственно ну, в интернет прям грузить. Открываете там папки и все, и грузите видео непосредственно. Вот. А если без нее, без карты памяти, это просто в смартфон вставляем вот этим концом. Вот это вот. И в этот самый. Ну, здесь надо уже сейчас пошли такие другие разъемы у смартфонов, где он как бы и так воткнешь, и так, все равно, забыл, как называется. Вот. Вот такой картридер, будете знать. То есть, вот это с функцией ТГ. Есть вот такая хрень торчит. Вот. Так, ну ладно, спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, теперь знаете, куда. Вот, допустим, карты памяти. Ну, здесь тоже такой же разъем, и не такие же все. Одинаковый там. Так, все, не помню, куда. А, вот, здесь вот по-другому немножко. Здесь вот с этой стороны, вот, а вот с той стороны. Вот этот, под карту памяти. Картридер. Вот, единственное, что сюда надо подключить непосредственно вот этот провод. Вот, то есть, вот так вставляем. Вот это вот, здесь вот есть светодиоды, которые показывают, что вот этот как бы картридер, он уже пришел в рабочее состояние. Но здесь я просто, он короткий, не могу дотянуться. Вот, ну сейчас можно попробовать. Здесь у меня еще есть где-то сейчас. Сейчас попробую другую откнуть. Ладно, сейчас.
Ну, я думаю, что показывать. Ну, о, сама выключилась. Сейчас покажу. Здесь у меня одна штукенция включена. Так, сейчас. У меня длинный провод есть. Сейчас. Вот, у меня длинный. Вот, у меня длинный провод с такими двумя этими фильтрами. Это от помех специально. Так, сейчас мы его включим, подключим в боку. Вот, допустим, я подключил, сейчас он загорится. Вот. О, видите, лампочка загорелась. Видно, да, вот здесь. То есть он уже в рабочем состоянии. Ну, сейчас выкасываю вот это. Также вот этот вот. То же самое. А здесь красный загорается. То есть картридер показывает, что картридер в рабочее состояние пришел. Вы сюда вставляете эти карты памяти. Одну. Сразу не надо две вставлять, в одну вставили. Вот, и переносите ваши данные на компьютер, на ноутбук. О. Ну ладно, спасибо за просмотр. Понятно, да, как все это дело происходит? Как это все дело делается? Я думаю, понятно, что есть картридеры как универсальные, здесь вот, на разные карты памяти. Вот такие здесь вот. Ну, это вот компания Бура, вот самые дешевые картридеры. Они примерно стоят около 2000, по-моему. Такой картридер. Вот. Ну, а эти как бы даются как бы в нагрузку с этими, с разными регистраторами. Некоторые даются вот. Вот. Ну, ладно, спасибо за просмотр. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.